В этот пятничный вечер МДК «Орленок» — это место нашей встречи. Посвящается распиздяем растаманам и выебанным мамам. Встал с утра, ведро кофе залил в бак, небритый, потертый, бесперспективный мудак. Реально все запарило, ничего не интересно. Сижу на монитор, втыкаю чипсы, трескаю. Все в ожидании, пятница, хуятница. Ходят в бары и театры, ну а мне без разницы. И если спросят, какой на выходные план, я отвечу: быть в клам и ебать мам. Ведь я сижу на МДК «Орленке», рачу пикчи, потому что все хуёво у меня на личном. Там такие же, как я, распиздя и растаманы, которые любят ебать чужую маму. Я сижу на МДК «Орленке», рачу пикчи, потому что все хуёво у меня на личном. Там такие же, как я, распиздя и растаманы, которые любят ебать чужую маму. Хорошо, что есть МДК, без вопросов, а то пришлось бы на айфиде торчать с хуесосами или смотреть демотиваторы до блёва. Таким, как я, мудилам было бы без МДК хуёво. Кто-то пойдёт к подруге, кто-то пойдёт к друзьям, кто-то в кино на фильм про инопланетян. А мои планы на вечер — уткнуть в экран ебло, пить пивко, быть в говно и ебать кого. Ведь я сижу на МДК «Орленке», рачу пикчи, потому что все хуёво у меня на личном. Там такие же, как я, распиздя и растаманы, которые любят ебать чужую маму. Я сижу на МДК «Орленке», рачу пикчи, потому что все хуёво у меня на личном. Там такие же, как я, распиздя и растаманы, которые любят ебать чужую маму.